Они не видят нужную графу в бюллетене, но видят важность выборов. Людям с проблемами зрения поставить галочку за кандидата или партию будет совсем несложно. В этом им помогут специальные трафареты со шрифтом Брайля. Их уже не впервые печатает Курская библиотека слепых имени Алехина. Рельефно-точечный шрифт Брайля для обывателя, как китайская грамота. А вот незрячий человек поймет такой текст без труда. Их будущее в их руках, буквально, ведь читать нужно кончиками пальцев. Во всех случаях, если человек себя чувствует независимым ни от кого, это всегда хорошо. Действительно, прибегать к помощи постороннего человека не потребуется. Нужно лишь положить трафарет на бюллетень и в прорези поставить галочку. Василий практически ничего не видит, но на выборы ходит всегда. А сегодня у него почетная миссия. Нам избирательная комиссия дает документ с образцом бюллетеня. Я потом его обрабатываю на специальной программе, подгоняю строки, чтобы они совпадали с окошечками. Ну, я отправляю на печать. Принцип такой же, как и по, если делать печать по зрячему. Два брайлевских принтера «Эверест» трудятся на славу. Библиотека давно выпускает собственные книги. Теперь художественная литература на время уступила место политике. Мы надеемся, что эти трафареты помогут всем избирателям, слабовидящим и незрячим, участвовать самостоятельно в выборах. Всего 260 бюллетеней для выборов в областную думу Курской области и 518 для бюллетеней на выборы в депутаты Государственной думы Российской Федерации. Кстати, трафарет в урну для голосования бросать не нужно. Он выполняет лишь вспомогательную функцию. Юлия Комкина, Максим Леонов, телеканал «Сейм».